Приветики, с вами я, Чичел, и сегодня в этом видеоролике я вам покажу, как сделать ананас в чикенгане. Я думаю, вы видели данную фотографию, и нет, это не новый предмет в чикенгане. Это ананас, который сделан из других предметов. Первое начало видоса, прошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал с колокольчиком и также вступить в мою телегу. Все, я вам желаю приятного просмотра, и мы начинаем. Сначала я поверил этому скриншоту, я подумал, что это добавили в новое обновление, которое вышло вчера. Ну, то есть, получается, 21 мая. Пытался сам что-то найти, летал на карте, вот вы видите геймплей, но я ничего не нашел. Но в итоге потом я понял то, что это не ананас, а груши и лук. Я такой подумал, блин, на самом деле прикольно и плюс-минус правдоподобно, и сейчас я хочу построить этот ананас. Попытаться. И сейчас я попробую, да, построить. Я, значит, зашел на сервер и начал строить. Последний штрих и... ананас, да, вот такой ананас, у меня он немножко не такой получился, как я хотел, но я не умею строить в чикенгане, я не строитель, ну вот так получилось, вроде прикольно. Чикен чел слоумо! Ананас! Жмите на это видео, с вами был Чикен чел, да, все дела, все пока-пока, ставьте лайки, пу-пу-пу-пу, да, все пока.